В региональном правительстве презентовали портал государственных и муниципальных услуг Ивановской области. Информационный ресурс доступен по адресу pgu.ivanovaobl.ru. В настоящее время в электронный вид переведены 10 унифицированных муниципальных услуг и 2 государственные. До появления этого портала некоторые виды услуг в электронной форме можно было получать на сайте ведомств. Но на практике это не всегда оказывалось удобным. Следует признать, что предоставление услуг в данном электронном формате не всегда соответствует ожидаемому гражданам смыслу предоставления услуг в электронном виде. Предоставление самой услуги чаще подменяется организацией электронной очереди. Происходит это потому, что заявление, поданное гражданином через ведомственный портал или через сайт органа власти, не имеет юридической силы, поскольку не содержит электронной подписи заявителя. Чтобы получить доступ к услугам, например, подать электронное заявление на регистрацию брака, на портале необходимо зарегистрироваться. В течение нескольких дней по почте будет доставлено заказное письмо, где будет содержаться уникальная комбинация цифр и букв. Эти данные станут персональным ключом доступа к получению электронных услуг. Разработчики портала стремятся сделать его удобным для пользователей. Мы как раз вот движемся по тому, чтобы человек понял, что ему надо делать, то есть, грубо говоря, чтобы человек знал ответы на вопросы, что, где, когда, куда прийти, что принести, если платно, то сколько это платится. Ивановская область станет площадкой для реализации пилотного проекта Минкомсвязи России по модернизации регионального портала государственных и муниципальных услуг. Информационный ресурс сделает более удобным и понятным для граждан. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.